жестко, блин. Короче, мы когда просто хоронить поехали уже на третий день, и мы на кладбище были, но на кладбищах обычно там поминки, ну, когда хавают. Вот, и пошел дождь. И там была какая-то кошка с ошейником, ну, видимо, чья-то. И был вот этот вот, блядь, абсурыш. И он где-то там за столом сидел, кто-то ему колбасу скинул, либо она упала, я хз. Я ему дал колбасу, сразу забрал, там еще дождь начался. Но я человек такой, блядь. Слишком, как сказать. Короче, не мог его не взять. Ну, так он у меня и появился. Супер приятный. Но единственное, что он, блядь, был пиздец какой грязный, пиздец какой голодный, и у него еще много было этих... как его, блядь? Клещей. Типа я изначально их не видел, потом привез домой, на следующий день начал мыть, пытался, а потом бам, смотрю, блядь, какая-то эта шишка.